Начнем день опять, как и вчера начинали, с храма. На улице прохладно, но не холодно. Журчит водичка. Красивый холл открыли. Доброе утро всем. Я сейчас нахожусь на территории храма. Сейчас на последний день моего пребывания в Токио. Очень красивое место. Необычное для нас. Наверное, обычное для японцев. Я так думаю, что сегодня какой-то праздник. Потому что я здесь был вчера, и вчера не было такого убранства. Вчера было все гораздо проще. Храм украшен животным. Здесь драконы, флаг с драконами. Какое-то событие. Единственное, у меня нету много времени стоять. Это возвращаться. Вообще интересно. Но я должен же идти. Извините. Люди собираются на работу. Открывают магазины. Моют и убирают. Кругом магазинчики, кругом рестораны. Везде можно покушать суши. Район Акасака. Находится театр, музейный комплекс, выставочный комплекс.
Ну, стоит очередь, видно там что-то. Что-то будет интересное. Что-то сегодня очень много полиции везде. Но все ведут тихо, стоят на своих местах, и никто никому не мешает. Ни мы полиции, ни полиция нам. Мы пойдем дальше. Вот, кстати, район, где мы находимся на карте. Очень можно сориентироваться. Таких карт очень много по всему Токио. А это вход. Вход в метро. Станция вот Си-06. Акасака. Что попил кофе, я сейчас чувствую себя великолепно. Полон энергии, полон сил. Пойдем вглубь. Я очень переживал, что не купил конфеты в подарок и как сувениры. Но сейчас я зашел в магазин. Нашел там много-много-много всяких конфет. Чего только не было. Очень тяжело было пробираться между стойками. Но конфеты купил. Вот такая вот сумка. Я там и три. Сейчас покажу. Очень прикольные. Вот есть то, что говорили, китикет. Вот такой китикет. Который со вкусом зеленого чая. Только есть... В Японии такие. Вот еще китикет, тоже с каким-то вкусом, с какими-то листиками. Вот. Тоже китикет еще с чем-то. И чисто японского качества купил. Поэтому сейчас спокойной совести уже можно возвращаться. Очень красивая улица, красивые дома, необычные. Каждый дом не похож на другой. Единственное, что все провода идут по поверхности, по воздуху. Возможно, из-за сейсмоактивности. Выходим на центральную улицу. Уже чек-аут в гостинице, чек-аут все сдали, и теперь у меня есть немножко времени, хочу посетить императорский дворец. Я оставил курточку в гостинице, потому что было жарко, но сейчас не знаю, правильно сделал, неправильно, может, правильно. Вот он. Погода в Японии меня баловала. За 2 дня, что я здесь, дождей не было, даже 3 дня, что мы приехали, не было дождей. И вообще нет дождей. Сейчас мы разберемся, с какой стороны его обходить. Наверное, повернем налево. Это вот парламент. Вот он за мной как раз. Парламент. А это все-таки относится уже к императорским службам. Это уже вокруг императорского дворца. Может быть, перейдем дорогу и попробуем идти с другой стороны. Вот сейчас красный свет, сейчас будет веселая музыка и пойдем. Ждем. О, веселый свист. Можем идти. Я хожу около дворца, вы не понимаете, написано, что он должен быть открыт, но не знаю, сегодня почему-то, по какой-то причине, закрыт. Ну, можно посмотреть его, посмотреть сад снаружи. Я думаю, что тоже интересно. А, вот это самый центральный вход, то есть я подошел.
красивые кусты. Непонятно, все закрыто. Спасибо, что со мной. Вы гуляете со мной. Я не один, я чувствую себя в компании вашей. Будьте со мной дальше. Уже описал круг. Но пока не вижу входа. Может быть, сегодня какой-то праздник, поэтому не пускают. Такое тоже возможно. Поэтому, если кто-то собирается в Японию, хочет посетить дворец, наверное, стоит заранее узнать расписание и не блуждать в потемках, как я. Ну, хорошо прогулялись. Прощальный взгляд на императорский дворец. И пойдем куда-нибудь еще погуляем. Все-таки мы найдем что-нибудь сегодня интересное. А мы идем гулять дальше по Токио. Теперь меня будет мучить вопрос, что это было вообще на самом деле. О чем это говорили, что это было. Но было перегорожено все движение. Была куча спецназовцев. И все снимали, были репортеры. Поэтому что-то, какая-то демонстрация местного значения. О чем? Может быть, кто-то знает японский. Может, расскажете, что произошло. Буду благодарен вам. Будьте с нами. Еще найдем что-нибудь интересное. Я так понимаю, что это была демонстрация около резиденции президента. Вот здание парламента, как я вам показывал с другой стороны, а сейчас мы пришли к передней части этого парламента. А рядом с офисом президента есть вот такой дом, домик симпатичный. Там во дворе какие-то очень интересные скульптуры. Непонятно, что сделано из сена. Сено, солома. Такой домик. И это... А мы идем дальше. Ресторан в Стокгольме. О, биг-камера. Здесь принимают карточки, я вижу. Здесь делают таксу. Привет. В общем, я посетил этот магазин. Он случайно оказался 8-этажным. Я в нем провел 2 часа точно. Вышел, оказывается, на улице идет дождь. А я без куртки. Погорячился немножко. Значит, мне надо потихонечку возвращаться в гостиницу. Всем привет.